Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Букеты к монументам, венки на воду. В Самаре отметили День военно-морского флота. Дополнительные ярмарки откроются в трех районах Самары. Городские власти следят за качеством продуктов на сезонных торговых точках. Удачно станцевали. Самарских студенток поощрили поездкой в Крым за победу в танцевальном батле. Новые подробности появились в деле о смерти 5-летнего Степы в стоматологической клинике на проспекте Ленина в Самаре. Как сообщают информационные ресурсы, ребенку внутривенно ввели 5 препаратов – атропин, супрастин, преднизолон, листенон и пропофол, а через маску еще и севаран. Однако, по мнению экспертов, это обычная практика. Напомним, 23 июля мальчик с родителями приехал из Новокуйбышевска в клинику лечить зубы. Чтобы он не боялся, было решено провести процедуру во сне под общим наркозом. По версии следствия, после введения препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Его пытались реанимировать, но безуспешно. Мальчик умер. Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Сейчас клиника закрыта. Следователи разыскивают пациентов, которым была там оказана ненадлежащая помощь. В Самаре отметили День военно-морского флота России. Торжественный митинг прошел на набережной у памятника Соловецким юнгам. Откуда в 1942 году мальчишки-добровольцы уезжали учиться в школу юнга ВМФ на Соловецких островах. Они несли службу наравне со взрослыми. На акции памяти побывала наша съемочная группа. Митинг у памятника Соловецким юнгам начался с поднятия Андреевского флага. Именно отсюда 75 лет назад мальчишки-добровольцы уезжали учиться в школу юнг ВМФ на Соловецких островах. Там готовили рядовой состав флота – боцманов, рулевых, электриков, мотористов, радистов, сигнальщиков. Брали в школу ребят 14-16 лет. Юнги воевали на кораблях всех флотов. Они заменяли выбывших из строя погибших или раненых моряков. Многие из них не вернулись с войны. Из Куйбышевской области через школу юнг прошли более 700 мальчишек. Среди них был и Владимир Коренченко. В школу юнг он попал в 15 лет, после того, как пытался попасть на фронт вслед за старшим братом. До сих пор она у меня в сердце. Вы знаете, у нас старшина был, он говорил так: я из вас кислую шерсть выжму. Вот он и выжил из нас кислую шерсть. Сделал из нас мужиков, отличных мужиков. Почтить память моряков на набережной собрались ветераны и действующие военные. За активную гражданскую позицию и патриотическую работу с молодежью активисты получили благодарственные письма губернатора области. Среди участников торжественного митинга есть и молодые ребята, которые вступили в ряды юнармии и готовы продолжать дело своих прадедов. 425, если быть точнее, юнармейцев уже вступило в ряды юнармии. С сентября планируется еще большое количество ребят. Юнармейцы на самом деле это наше будущее. Это те ребята, которые готовы посвятить свою жизнь защите своего отечества. После минуты молчания в памяти погибших моряках во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтов к монументу возложили цветы. По морской традиции цветы спустили и на воду. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, «События». Дополнительные сельскохозяйственные ярмарки откроются в трех районах города. К осени в Самаре оборудуют новые торговые места, чтобы компенсировать жителям традиционную большую ярмарку на площади Куйбышева. В этом году ее не будет из-за реконструкции. Дополнительные меры развития торговли в Самаре сегодня обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Что будет сделано, чтобы самарцам были доступны недорогие продукты хорошего качества, расскажет Олеся Корецкая. Большая продовольственная ярмарка на площади Куйбышева в этом году разделилась. Из-за реконструкции площади торговлю перенесли в 3 района города – промышленный, Куйбышевский и Ленинский. Там откроются дополнительные муниципальные ярмарки. Куйбышевский район, пересечение Кряжского шоссе и Уральской улицы, промышленный район, улица Физкультурная, 101, Ленинский район, улица Ленинская в районе дома номер 142. Данные ярмарки предположительно начнут свою работу с наступлением сезона продажи местной сельхозпродукции. Сейчас мы считаем, что это работа ярмарки начнется с 1 сентября. Кроме того, в этом году увеличилось количество торговых павильонов. Контроль за соблюдением санитарных норм необходимо усилить, отметили на совещании. Особенно строго нужно следить за торговыми палатками с арбузами и дынями вдоль дорог. Все точки должны проходить согласование с районными администрациями. Я бы хотел, чтобы, еще раз повторяю, здесь мы сработали в унисон с районами. Владимир Владимирович, у нас ни одной точки без согласования с районом не ставится вообще в принципе.
Чтобы самарцы могли купить недорогие продукты хорошего качества, в департаменте потребительского рынка организуют дополнительные торговые точки и работают над снижением цен. Так, во всех районах Самары откроется 21 площадка выходного дня. По субботам и воскресеньям жители смогут купить овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию от местных производителей по ценам ниже, чем в сетевых магазинах. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. В турецком городе Самсун завершились 23-е летние сурдоолимпийские игры – всемирные игры для глухих и слабослышащих спортсменов. Россия с большим отрывом лидировала в медальном зачете. В общую копилку наград внесли свою лепту и самарские сурдоолимпийцы. Они завоевали в общей сложности 8 медалей. На Самарском вокзале их встречали как настоящих героев. Чемпионов и призеров поздравил и корреспондент событий Олег Зверев. Их встречают с цветами и подарками, как героев спорта. Сборная России стала лидером в медальном зачете на 23-х летних сурдоолимпийских играх. Это всемирное соревнование для глухих и слабослышащих спортсменов. Самарскую область в турецком Самсуне представляли 19 человек. Из них 14 непосредственно спортсмены-участники. Велосипедистка Ксения Калибина день за днем приходила к финишу четвертой. Она тренировалась на шоссе, а на играх выступала на маунтинбайке, горном велосипеде. И вот в решающий день завоевала сурдоолимпийское золото. Ксения жестами рассказывает, что не ожидала такого результата, а когда вручали медаль, плакала от счастья. Золотую награду сурдоолимпиады она считает одним из самых важных достижений в жизни. Те же эмоции и у других спортсменов. Самарская сборная в этом году выступила с небывалым успехом. И вот эти 14 человек, 14 ребят завоевали на сегодняшний день 8 медалей различных достоинств. 3 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Ну, сказать, что мы рады, ничего не сказать. Прекрасно выступила команда и сборная России Самарской области. Я очень благодарна всем, кто готовил ребят, их тренерам, школам, самим ребятам за огромный труд. 23-е сурдоолимпийские игры проходили в Турции, в городе Самсуне, и завершились в эти выходные. Несмотря на трудности, которые требуют игры такого уровня, впечатления самые лучшие. Виталий Кузьменков – серебряный призер по греко-римской борьбе. На играх было несколько принципиальных соперников. Виталий рассчитывал на золото, но по сумме баллов оказался вторым. Я хотел просто быстро взять, слезть с пьедестала и поехать домой. Одна цель – домой приехать. Давно не видел никого. Ну, я когда вторым стал, я вообще думал, что я проиграл. Вообще, ну, не верил, что я второе место занял. Я так был уверен на победу. Сегодня, когда эмоции уже позади, Виталий понимает, что золото у него еще впереди. Ведь это не последние сурдоолимпийские игры в жизни. А дома их уже встречают как победителей, которые сейчас на самом пике своей карьеры. И на таких играх личным примером доказывают, что в сурдоолимпийском спорте неограниченные возможности. Олег Зверев, Константин Головин. События. А теперь коротко о других темах дня. Трагедии на воде. Вечером в воскресенье в районе первой очереди набережную Ленинградского спуска утонул 21-летний парень. После продолжительных поисков водолазы обнаружили молодого человека на глубине 3,5 метров. Тело погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции. И еще один парень утонул в тот же день в реке Сок в селе Малая Царевщина. По предварительным данным, 28-летний мужчина запутался в водорослях за пределами оборудованного пляжа. Они же помешали спасателям быстро вытащить тело из воды. Крупный пожар произошел в выходные в Самаре. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На улице Днепропетровская загорелся частный дом и надворные постройки. На тушение пожара выезжали 35 пожарных и 8 единиц техники. Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются. Погорел на любви к шоколаду. Тольяттинские полицейские задержали 30-летнего безработного местного жителя. Он подозревается в ограблении магазина. К правоохранителям обратилась сотрудница торговой точки на улице Ленина с заявлением о краже шоколада. Скоро, недалеко от магазина, сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого, у которого и обнаружили пропажу. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе. На сегодняшний день не готов только 30-метровый участок дороги. Провести работы здесь мешали теплосети. На минувшей неделе теплосетевики закончили переустройство линии. Это позволит доделать оставшийся участок и завершить соединение. В результате будет свободный проезд по Солнечной напрямую, минуя объезд по Демократической. После этого строители приступят к установке бордюрного камня и устройству тротуаров.
Ярко танцевали, ярко отдохнут. Студентки Самарского государственного социально-педагогического университета отправились в Крым. Это награда, которую девушки получили за победу в конкурсе уличных танцев. Состязания проходили 18 марта, в день годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Свои танцы представляли коллективы высших и среднеспециальных учебных заведений Самары. В Евпатории победительницы станут участниками профильной танцевальной смены в лагере, которая организована правительством Республики Крым. На полуострове девушки проведут 7 дней. Проживание и питание полностью оплачивает принимающая сторона, а дорогу – Самарская благотворительная организация. Ждем от поездки только кучу положительных эмоций. На самом деле не знаем даже, что ожидать там. Надеемся показать и себя, посмотреть других, и чтобы дальше только побеждать не только в этих конкурсах, а представлять Самару и дальше. Это стало возможно при активном участии Министерства курортов и туризма Республики Крым, благотворительного фонда «Радость» Самарской области. Очень надеюсь, да я, наверное, уверена, что ребята получат массу впечатлений, напитаются новыми идеями, которые привезут сюда, и мы совместно уже сможем их реализовать. И вот какие материалы готовят к эфиру наши корреспонденты. Минус 40 рекламных конструкций за неделю. Самара продолжает освобождать улицы от незаконной рекламы. Богатырские дружины. В поселке Жигули прошел областной фестиваль юных экологов. Сразу два призовых места. Самарский хор «Вентус» вернулся из Риги с победой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся! We'll be right back.